Доброе утро! Каждый северянин знает, что если встретить лису медведя, нужно кричать как можно громче. Если встретить лису, не нужно пытаться познакомиться с ней поближе. А если увидеть двуглавую птицу, нужно брать телефон и скорее фотографировать. Иначе, если расскажешь, потом не поверят и проведешь ближайшие несколько лет в известном учреждении. А что подумают югорчане, если увидят всех этих животных в одном месте сразу? На эскизе нового герба Югры. Давайте попробуем выяснить. Ну, это красивый. Красивый. Что скажете, допустим, про медведя? Что могут символизировать эти животные? Ну, блин, север. Ничего не чувствуется? Ну, конечно, чувствуется. Только такими когтями. Лиса только стала, только красная. Черной больше нету что-то. Ушла куда-то чернобурка наша. Медведь — это наш как бы местный тут обитатель, который сейчас всех пугает. А лиса, не знаю даже, чем она тут у нас прижилась. Брать будете? Красивый. Что надо, блин. Хорошо, благодарю вас. Всего хорошего. Все, спасибо. Собака — то, что у нас северный регион. Медведь тоже у нас обитает. То есть собака — это... Ничего. Собака олицетворяет северный регион. Ну да. Использование упряжек. А, собачьи упряжки, да. Точно. На севере же только. Ну тогда бы у нас их не часто используют, надо было что-нибудь с оленем придумать. Не могу понять, что за птица, конечно. Не гагара. А у него почему-то один хвост на двоих. Да, ну он объединяет в виде солнца. Так. А солнце — это как бы один из главных символов народов ханты, понимаете? Поэтому, возможно, это олицетворяет и единение, может быть, ханты и манси. Да, двух народов. Ну, как вариант. Двуглавая птица. Ну, это глухарка. Птица сна. Узор даже есть такой, мансийский. Да? Да. То есть, то есть сна и, по-моему, счастье, вроде как. То есть, в принципе, он отражает суть нашего округа? Да. Да? Да. Как показал опрос, югорчане считают, что эскиз нового герба соответствует образу нашего региона. А это значит, что его смело можно утверждать. И это хорошо.